В Новодмитриевском сельском поселении прошла открытая сессия совета, в ходе которой глава местной администрации Игорь Головин отчитался о результатах работы за минувший 2023 год. Небольшой бюджет, составивший чуть более 20 миллионов рублей, позволил решить основные проблемы, а активное участие в госпрограммах привлечь дополнительные средства на благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и ремонт социальных объектов. В станице Новодмитриевской благодаря краевому финансированию капитально отремонтировали здание Дома культуры. В текущем году готовится документация для участия в ряде госпрограмм. Основные вопросы, которые задали жители, касались состояния дорог и организации досуга для молодежи. Представители местных добровольческих организаций, поддерживающих военнослужащих СВО, пользуясь возможностью, обратились к присутствующим в зале с призывом о помощи. Обращаюсь к каждому, кто может нам помочь. Нам надо 6 человек, которые могли бы принести маскировочную накидку. Нам бойцы за это очень благодарны, но нам реально не хватает рук. В целом, работу главы поселения Игоря Головина признали удовлетворительной. Высокую оценку ей дал и депутат законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко. Своим делом показал, что действительно вот сложности, которые были в станице, они все решаемы. Конечно, они не решаются в один день. Вот волшебной палочки нет у главы. Но он так построил работу, что на сегодняшний день мы видим все-таки рост собственных доходов. Бюджета почти на 106%. Это очень серьезно.